Более чем в 6 тысячах магазинов можно будет расплачиваться за товары криптовалютой. Южнокорейская криптобиржа Bitump расширила свой список услуг поддержки и персональную консультационную службу. Предполагается, что к концу года оплату в криптовалюте смогут принимать 8 тысяч торговых точек. Австралия и Япония уже внедрили криптовалюты в повседневную жизнь. Японцы с помощью цифровых валют оплачивают услуги, а австралийцы покупают биткоины в киосках с прессой.